Ликвидация остановочного комплекса при ремонте трассы Одесса-Рени, из-за чего люди вынуждены ждать общественный транспорт под открытым небом и в зной, и в дождь. Не самое страшное, что сегодня происходит в поселке городского типа Хлебодарская. Люди практически не могут перейти дорогу по пешеходному переходу, так как автомобили не только не пропускают пешеходов, а и пересекают данный участок дороги на большой скорости. Людей сбивали здесь не один раз, но последнее ДТП стало последней каплей в чаше терпения жителей поселка, которые уже два дня перекрывают трассу Одесса-Рени. Вечером 17 ноября возле поселка Хлебодарская была сбита насмерть женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу. Возмущение людей вызвала как сама страшная трагедия, так и работа скорой помощи и полицейских. Я, как жительница этого поселка, каждый день выхожу на работу, каждый день приезжаю с работы, мне надо на пешеходном переходе переходить дорогу. Я не могу по минут 10 перейти дорогу, так как просто-напросто водители не останавливаются, они никак не реагируют на пешехода. Постоянно приходится переходить дорогу, а тут машины летят не то что 50 км в час, тут летят 100 с чем-то, как на пожар. Как переходить? Постоянно игнорируется пешеходный переход. Что он есть нарисован, что нету. Да. Часто и густо, постоянно страдают люди на этом. И перейти очень сложно. Я сама утром перехожу с ребенком, я постоянно боюсь. Потому что для того, чтобы перейти, нужно постоянно. И дождаться, пока кто-то из водителей найдется порядочный, который остановится. 20 ноября в половине 8 утра жители Хлебодарского опять перекроют трассу Одесса-Рени до приезда начальника облавтодора. Требование – установка на данном участке дороги светофора и главное, чтобы виновники трагедии были наказаны.